Гомельский науково-технічний центр комбайнобудування сьогодні значить 70-годовий юбілей. Починали з невеликого конструкторського бюро. Тепер тут розпрацовується техніка опошніх поколінь. Гэта не просто свердження. У Гомелі уважливо сочить за досягненнями конкурентов. Конкуренція жорстка, і ми готові до цієї конкуренції. Ми слідим за своїми, скажімо, основними фірмами, які працюють в області сільхозмашиностроєння. Буваємо на виставках, буваємо на полевых испытаниях. Комбайн на газовом руховику по заказу «Газпрама». Специальные варианты сборочных машин для краин Африки и початка уборочной машины для Российской Федерации. Это только некоторые практичные накерунки, якими сегодня занимаются у Гомельском центре комбайнобудования. Одночасово с распросовкой сучасных узоров для Гомсельмаша и айчинного агропромыслового комплекса значная увага экспорту. Новые направления – это хлопкоуборочные машины, это початкоуборочные комбайны, это модельный ряд косилок самоходных. Вот. Это модельный ряд прицепных картофелеуборочных комбайнов новых поколений, а также и зерноуборочные машины. Гомельский технопарк – подтверждение того, что макропоспехов сегодня могут достигнуть не только буйные конструкторские бюро, але и представники микробизнесу. Сирот партнеров, резидентов парка, представники амаль 20 краин свету. Причем распросовки компаний, сколько еще працующих усяго у нескольких человек, часто запотребованные промысловыми гигантами. Гомельский технопарк позиционирует себя как территория инновационного бизнеса. Главная задача – допомогти резидентам у практичной реализации распрацовок. Сегодня технопарк предоставляет свои площади больше 20 компаниям. Подчас пресс-конференции, организованной Головным управлением идеологичной работы, культуры и по справах молоди, размова о перспективах науково-доследчей деятельности у регионе. В этом году инновационный фонд Гомельского облаконкама запланованный у померы 17 миллионов рублей. За кошт этих сродков будут финансоваться проекты, которые имеют на увазе укоренение технологий новых для республики, те увогуле сусветной экономики, плюс подтримка технопарку по выпуску экспортно-ориентованной продукции. Наши резиденты демонстрируют хорошие темпы роста экспорта, причем экспорта услуг. За 2016 год объем экспорта составил почти 2 миллиона долларов. Считаю, что это достаточно серьезный результат, если учитывать, что, как правило, резиденты технопарка – это небольшие компании, которые самостоятельно реализуют свои проекты. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».